Ребята, а вы знаете, как зовут самого популярного в мире белого медвежонка? Правильно, Умка. В этом году мультфильму «Умка ищет друзей» исполняется ровно 50 лет. И сейчас для вас прозвучит песенка из этого мультфильма. Песенка, которую написал Евгений Крылатов, композитор. Песенка, на которой выросли ваши мамы и папы, бабушки и дедушки. И я уверена почему-то, что эту песенку знаете и вы наизусть. Тогда пойте ее вместе с нами. «Колыбельные медведицы». Ложкой снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, белые медведи. Спи скорее, ты, малыш. Спят твои соседи, белые медведи, спи скорее, ты, малыш. Мы плывем на льдине, как на бригантине, по седым суровым морям. И всю ночь соседи, звездные медведи, светят дальним кораблям. И всю ночь соседи, звездные медведи, светят дальним кораблям.